Привет, ребята! Я вот тут работаю, полы мою. Я вот заодно спиздил трусы от Louis Vuitton. Они, правда, женские, розовые, похуй. Пришлось их на себя одеть, жмут немного, Пойдем, короче, все за мной барыжить. Е-е-е, это шок. Розовые стринги от Louis Vuitton. Ладно, пойдем дальше петь. Вот это чистая улица, я и с дворником работаю, сам лично все убирал. Вон машина едет, я ее тоже помыл, мне за нее 5 баксов дали. Вот еще магазинчик, но туда меня не пускают, потому что бомжей говорят, туда нельзя, нельзя бомжам. Там моя метла хранится, я ее сдаю. Тимати лох вот в России, а здесь я лох, шок лох, вот я здесь вообще меня знаю. Кастет рифма, хуярит на пролом, на носке дырка от Louis Vuitton. А вот магазинчик Gucci, но меня то не пускают, говорят типа не, нельзя вот таким долбоебом как я туда нельзя почему-то. Так что я пойду в это, в Louis Vuitton, меня там все знают уже. Пойду трусы сдавать Louis Vuitton. Мне думаю за них пару баксов-то отвалят. Все, ну давайте ребята. Я пошел вовнутрь. Вот блять, ёбаный в рот. Выручил 2 бакса и уронил их, прикиньте, чё дела, вон они плывут, пиздец, чё ж делать-то, ну как же так? Ну блин, ну хуй с ними, ну всё. Прощайте, 2 бакса. Можешь называть меня ты даже наглецом, у этим треком промочились тебе на лицо. Подпевай со мною, парень, больше не хами, для фанатов ты теперь обоссанный кумир. А почему же кто-то сыт, а кто-то в луже, что бежит по этим лужам? Может он кому-то нужен, дофига оленей, кто-то против, кто-то за. Не полез бы в эту драку, если бы не азарт.